Так, давно хотел снять ролик про запуск автомобиля зимой, особенно в небольшие морозы. Итак, попробуем запуститься. Так, погасла лампочка, заводимся. Как видите, машина завелась без всяких напрягов. На улице сейчас минус 7 градусов. Хотел снять этот ролик, чтобы было побольше, пониже температура, но в этом году что-то она ниже не наступает. Поэтому как бы снимаю как есть, потому что вопросы, смотрю, уже на драйве имеются. Ну, температура двигателя минимальная. Сейчас заглянем под капот. Так, ну и конечно, вот сразу покажу, пока это все еще есть. Машина, не знаю, насколько видно, немножко, так сказать, поддымливает. Ну и при более холодном запуске поддымливает еще больше. Это говорит о том, что у нас неисправно, скорее всего, или свеча, одна из зажиганий, или форсунка плохо работает. С прогревом автомобиля дыма нет никакого, и при движении автомобиля черного дыма тоже нет. Смотрим дальше. В чем же причина плохого запуска? А причина запуска, плохого запуска автомобиля вот в чем. Открыл капот. На наших двигателях система впрыска Common Rail стоит. И у нас есть топливный насос. Топливный насос у нас качает давление, а это электромагнитный клапан или засоряется, или перестает работать. Также могут, как у меня, просто отойти контакты. И потихонечку, по мере его засорения или износа этого клапана, двигатель начинает заводиться все хуже и хуже. Соответственно, многие часто диагностируют это как неисправность форсунок или их засорение. Заметьте так, что у нас двигатель завелся с одним аккумулятором, с маленьким. То есть, ну, примерно так, как я это заметил. То есть, мой двигатель также заводился все хуже и хуже. Причем, не так, чтобы сразу же, а просто вот в одну зиму у меня автозапуск минус 20 срабатывал, в другую минус 15, потом минус 5. То есть, на протяжении нескольких лет, по мере, видимо, износа этого клапана, двигатель все заводился хуже и хуже. И на диагностическом, съездив на диагностику, вот обнаружили такую вещь, что у вас плохо работает данный клапан. Я его просто разобрал, они есть разборные, есть неразборные. Но я его просто разобрал, почистил, помыл. Оказалось, что у меня плохо контакты подходят еще к нему. Все это проверил. Делов там было буквально на час. И машина стала заводиться как новенькая. Невзирая на то, что, как я вначале сказал, все-таки есть какая-то проблема со свечами или с форсунками. Свечи при этом я уже купил год назад и все никак их не мог поставить. То есть вот вожу их в бардачке просто у себя вместе с варежками. Потому что не быстро этот процесс. Вот свечи. Купил их. Есть, я насколько понимаю, оригинальные, есть заменители. Ну, как бы вот у меня такие. Пока не ставил, вот они так новые уже ездят. Всем спасибо. Легких вам, друзья, запусков.